Сегодняшняя дата напрямую связана и с другим великим деятелем. Дагестан отмечает 140 лет со дня рождения аварского писателя, одного из основоположников дагестанской советской литературы Гамзата Цадасы. Мероприятия, посвященные этому дню, прошли в Хунзакском районе, на родине публициста. На родине великого поэта сегодня говорили о мудрости и заветах Гамзата из сада. С самого утра дети и их родители находились в ожидании атмосферы тепла и воспоминаний о поэте. Мероприятие началось с возложения цветов к памятнику писателя в его родном селе. На праздник прибыли председатель Союза писателей Дагестана Магомед Ахмедов, а также видные деятели литературы, среди которых народная поэтесса Залму Батирова. В сопровождении главы района Саида Юсупова гости посетили мемориальный дом-музей Гамзата Цадасы, где среди большого количества экспонатов значительную часть занимают книги, уникальные старинные, еще рукописные издания и фотографии. Здесь семья поэта проводила большую часть времени. Предметы быта, личные вещи и мебель – все это несет в себе отпечаток прошлого. Празднования продолжились в местном Доме культуры, где прошла научно-практическая конференция. В силу своего таланта Гамзату выпала миссия расширить границы искусства, слова родного народа до огромных масштабов. Гамзат Цадаса не зря называли самым острым умом и самородком современной аварии. Он сознательно ставил цель при помощи пера служить обновлению жизни и культуры народа. Всегда подчеркивал эту направленность своей поэзии. Эта цель для нашего района актуальна и сегодня.